Граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации, порой думают, что из финансовых проблем выбраться очень трудно. Но это не так. Сегодня для граждан, попавших в сложную ситуацию, существует масса вариантов и возможностей, которые могут позволить улучшить свою жизнь и материальное состояние. И одна из таких – заключить социальный контракт. Социальный контракт заключается с малоимущей семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию, имеющей планы по выходу из нее и преодолению бедности. В рамках обязательств, предусмотренных договором, Центр социальной поддержки оказывает государственную социальную помощь, а семья обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, которая является частью договора, с целью стимулирования граждан к преодолению трудностей. Семьи с низкими доходами получают возможность справиться с финансовыми проблемами, выполняя условия программы социальной адаптации. Нужно отметить, что в Невельском районе особой популярностью пользуются контракты на развитие личного подсобного хозяйства и ведение предпринимательской деятельности. Семьи, которые уже имеют небольшое подсобное хозяйство или только желают начать его развивать, выплату по соцконтракту могут направить на строительство теплиц и хозяйственных помещений, а также, что немаловажно, на оплату строительных работ по возведению построек. Также на выделенные средства можно приобретать животных и птиц, инкубаторы для вывода птенцов и так далее. В результате этого в семье образуется экономия семейного бюджета за счет натуральных поступлений, а излишки продукции пойдут на продажу. Данная государственная помощь на основании социального контракта занимает особое место в борьбе с бедностью. Социальный контракт может быть заключен на срок от 3 до 12 месяцев. На этот период жителю области назначается ежемесячная выплата в размере от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от дохода семьи, либо единовременно выплачивается от 60 до 240 тысяч рублей в зависимости от мероприятий социальной адаптации. Размер средней выплаты около 17 тысяч рублей. Оказание государственной социальной помощи не влечет за собой прекращение других социальных выплат. За более подробной консультацией необходимо обращаться в отделение по Невельскому району. В 2019 году из бюджета на социальные контракты выделили 61,7 миллиона рублей. С начала года было заключено 133 новых контракта. В Невельском районе за истекший период 2019 года 39 семей уже предпринимают активные действия по преодолению трудной жизненной ситуации и бедности. Служба информации Невельских новостей.